Привет, кубисты! Как вы наверняка знаете, с компанией Crowd Games я сотрудничаю еще с самого первого их проекта. За это время я с удовольствием снял вместе с ними очень много разных видео. В том числе именно при поддержке Crowd Games я сделал лучший, на мой взгляд, обзор на 2 в кубе. Мертвый сезон, перекрестки. Привет! Привет, выжившие! Сейчас ребята запустили проект по локализации продолжения данной игры под названием «Долгая ночь». Это самостоятельная игра, которую, тем не менее, можно объединить с игрой «Мертвый сезон перекрестки» и разнообразить таким образом что одну, что другую коробки. «Долгая ночь» сохраняет все базовые механики первой части, но вносит не только косметические изменения в игровой процесс, но и новые механики и элементы. Лично я очень жду возможности сыграть во второй «Мертвый сезон». Общий мировой релиз новой игры, кстати, состоялся всего лишь пару недель назад. А уже в ноябре вы сможете получить свою коробку русской версии «Долгой ночи», если поддержите проект на Boomstarter. Ссылка, как и всегда, в описании, но и это еще не все. В сообществе видеоблога 2 в кубе ВКонтакте мы проведем конкурс репостов, победитель которого получит ценный приз. Crowd Games предложили мне выбрать для вас абсолютно любую игру, выпущенную ими, а я решил, пусть выбирает сам победитель. Желаю вам удачи в конкурсе и до встречи на канале не только. Пока!